Игра достойна уровня плей-офф. Все было сегодня, и драматургия, и хорошие моменты, и исполнительское мастерство. Поэтому я поздравляю наших соперников, команду «Актобе», с заслуженной победой. В первых двух играх «Актобе», то есть ваша команда, выиграла. И ожидали ли вы прыти от хозяев поля в сегодняшнем матче? Я ожидал всего и от первых игр. Первую игру мы проигрывали по ходу матча и в результате героических усилий выиграли эту игру. Во второй игре, по ряду причин, мы получше выглядели и выиграли вторую игру. Но я всегда говорил и буду говорить, что чемпионат Казахстана стал конкурентоспособным. Три команды — ЖТСУ, Аят и Актобе — совершенно равны. И в таких матчах перевес может решить все. И действия игроков, и действия судей, и все остальное. И по игре вашей команды довольны ли выступлением? Естественно, что проиграли, недовольны. Какие недочеты были в вашей команде? Значит, тут много причин, я не буду говорить о них, но, естественно, я недоволен тем результатом, хотя я доволен тем, что ребята вот держали удар. Сегодня все было против них, не буду распространяться, но все было против них, и публика, и все остальные моменты. Ну и я доволен, что ребята держали удар и действовали как мужики. И спасибо им за это. Спасибо. Спасибо.